В этом углу рояль 19 века из царской семьи Романовых, а сюда привезли в 47 году с Санкт-Петербурга по приказу Сталина. В том углу радиола сталинская, а на нем два уральских горных хрусталя, камни необработанных натуральные цвета. Так как Сталин не любил много яркого света, это единственная люстра во всем здании. Во всех остальных комнатах только бра, слабое освещение, полумрак. Внутренней отделке использовалось более 20 видов ценных пород дерева. Это грецкий орех, красное дерево, дуб, самшит, пихта, тверская береза, каштан и так далее. Мебель вся оригинальная, сталинская. Ковры, посуда и шторы уже менялись при Брежневе. В целях безопасности в каждой комнате, даже в ванной комплекте,